Итак, ребят, всем привет. Сегодня у нас очередной выезд. Выехали мы с комрадами на всю ту же старую деревню. Пошурфить, по верхам походить, что получится, увидим. Кстати, а у нас получится очень шикарно тем, что подняли огромный крест. Кричит крестик какой-то. Ничего себе, вот это крестик. Вы это увидите. Подняли монетки. Еще одна изюминка была то, что подняли еще интересную медаль. Вот, очень хорошая. Начало где-то 19 века. И вот смотрите, что у него выпало. Та-дам! За покорение ханства Каканского. Вот, и сделаем тест. Тест будет очень удивительный тем, что Сергей вызвал меня на соревнования, сделал вызов, будет челлендж именно по глубине залегания. Вот. И посмотрим, Ваниш как себя покажет. А тест будем делать жесткий, глубокий, так что в ближайшее время вы это сюжет тоже увидите. Просто, ну, зачетный. Рекомендую посмотреть. Я поменяю батл сайт. Батл. Ну, здесь вот Explorer снова проиграл, ребята. Снова проиграл. На замусоренных местах. И Deus тоже проиграл, как вы видели в прошлых видеосюжетах. Вес в два раза легче. Складывается очень удобно. И по настройкам. На одну кнопку нажал. Сереж, что хочешь сказать про этот прибор, про Ваниш? Ну, про Ваниш, что могу сказать? Могу сказать про Explorer. Он уходит на Авито в ближайшее время, если есть желающие его купить. Слышали, ребят? Сергей свой прибор уже выкладывает на Авито. Нет, здесь есть несколько нюансов. Ну а сейчас отправляемся копать. Сегодня тоже снова будет много машин. Если не ошибаюсь, 7 машин. Вот. Комрады, посидим за костром, побеседуем, ну и покопаем, конечно же. Так что приятного вам просмотра. Итак, ребят, всем привет! У нас очередной выход, и, как вы поняли, у нас ночной. Приехали мы поздно, прям в потемках. Парни здесь уже оказываются на месте, копают. Михалыч и Дэн. Они сюда добрались еще за светла. Подняли несколько советиков, фундамент дает советы. Ну а мы, наверное, сейчас пройдемся верха, потому что разрабатывать новый фундамент в потемках я не знаю как, что, потому что нужно какие-то ориентиры щупом прощупать, а в темноте это практически невозможно. У нас сегодня состав практически тоже: Рустам, Серега, его сын, Ярик, Михалыч и Дэн. Пока такой состав. Чуть позже еще подъедут несколько комрадов, но об этом чуть позже. Мы, конечно, организовали костерчик, стол за прибытие, вот. И, наверное, сейчас пойдем что-нибудь поищем. Рустику я рацию выдал, ребят, чтобы он не потерялся. И чтобы он издалека кричал, что нашел чего-то интересненькое. Так что я думаю, что-нибудь у нас ночью будет. Рустик. Приколись, Сережа, блин. В общем, я думаю, ночью что-нибудь интересненькое выпадет, и вы об этом точно узнаете. Принял, сейчас будем. Так что смотрим, будет интересно. Ну что, ребят, до сих пор никак не пойдем за лопатой и за металлоискателем в поисках находок. Парни, все за здоровье. Все за, как говорится, за земляного деда. И никак не все не тронемся, ребят. Ну, компания у нас очень интересная. У нас всего-навсего 2 человека копают, остальные у нас за столом. В общем, сейчас все-таки пойдем. Пойдем. Ого. Нифига себе. Слышали? Михалыч, ты что ли? Ну это явно голда, если ты так орешь. А что ты? Что ты кричишь? Что там? Михалыч, что там? Иди снимай. Крест, походу. Крест. Крест.
Кричит крестик какой-то. И чё, интересный крестик, что ли? Крестик, говорит, огромный. Пацаны, пошли поспорим, что там за огромный крестик. Вообще темно, надо фонарь включить. А Кинг рядом, меня охраняет. Ай, блин. Кинг, не путайся под ногами, не путайся. Чё там показывает, чё ты там, крестик? Вот ты шо ты, ну ты гнутый, ребята, охренеть. А, сейчас я селфи-палку отключу, ребята. И мы в прямом эфире, смотрите. Михалыч, это фундамент, да? Ну да, я думаю. Офигеть! Да ладно! Вот ты! Нифига! Да. Охренеть, ребят! Что там, не было внутри? Да что-то какая-то пыль, грязь, что-то. Ничего себе, вот это крестик! Это не крестик, а крест крестам, ёшкин кот! Нифига! Вот это находочка! Ребят, смотрите, видите? Михалыч шурфит непосредственно вдоль сруба. Это закладные камни, на нем лежал сруб. И вот в углу вот такая вот вещь. Нифига себе. Внутри пустота, ребят. Пустота. Что это означает? Не... Кинг, прекрати. Что означает внутри пустота, не знаю. Здесь какие-то крепежи. Цвет металла желтый. А вот здесь проблескивается даже цвет металла белый. Возможно, вот здесь, вот видите, клепочки. Что-то было наклепано. У нас тут пацаны, делегация, блин. Ну, пацаны, рассказываем, что здесь могло быть. Ну, распятие, а что здесь может быть на кресте? Серега говорит, распятие. А не на гроб это было? Да не. Не? Ну, находится в дымовой яме. Это явно здесь не гроб, ребята. Мы не копаем кладбище и могилы. Это в доме. В доме. Ребят, пишите в комментариях, что за крест в данном случае поднял Михалыч. Он не маленький, вообще не маленький. Слушай, ну его и сверху можно было цепануть. Глубина-то какая маленькая. Ну я не знаю, вряд ли. Смотри, как глубина. Несколько штуков. Михалыч, дай лопату свою. 30. Лопата 37 сантиметров. И лопата вот такого, смотрите. Стандарт, смотри, 25 на 40. Блин, вообще. Да, сколько там? Да, блядь, 30 сантиметров минимум, блядь. 30 на 20. 40 сантиметров даже. Вот, 20. Офигеть, да, 20, да. 20 на 30. Ни хрена себе, вот это находка. Вот это ночной коп, ребята. Ох-охо, вот Михалыч, вот красавчик. Михалыч всегда поднимает какие-то изюминки. Я у него шахтерский фонарь. Ладно, ребят, не зря мы земляного деда там задабриваем. А в компании трех человек, Рустика, Сереги. Вот, Михалычу. Михалычу вот такой вот зачетный. Ну, мы пойдем еще задабривать. Да. Дэн, у тебя есть еще, Дэн? А, Дэн уже ушел. 15 копеек? Ясно. Ладно, ребят, мы все-таки сейчас пойдем тоже. Я думаю, по верхам похожу. А в руки нам попал необычный крест. Это крест-мощевик. Мощевик – общее название емкости для хранения частиц мощей. Для тех, кто не знает, мощи – это останки людей, причисленные после смерти к лику святых. Мощевики изготавливаются в разных формах. Крест-мощевик, в том числе наперстные, и на престольные кресты, энклопионы, ковчежец, мощевики в иконах. Малые частицы мощей при помещении в мощевик заливают воскомастикой, благовонная связующая смесь. На просторах интернета очень большое количество подобных крестов, и стоимость таких крестов впечатляет. Такой крест – нечастая находка копателя и
каждый хочет такое заполучить в своей коллекции. Так что желаю всем таких сигналов под катушку. Но это не последняя шедевральная находка, которую отыскались на этом выезде. Будет еще одна редкая и дорогая, от которой просто будоражит. Я думаю, и вы будете в шоке. Ну а сейчас возвращаемся на шурф. Приятного вам просмотра. Чекай. Ровно 42. В прямом эфире. У меня монет нету. Давайте хоть Серегина откопаю. Ёшкин кот. Ну-ка, катушечку. Ш-ш-ш. Бочком. Не вижу что-то. Ой. Потерял, блин. О, да. Монета, ребята. Че там? Николай, походу. Копеечка николаевская. Да это совет. Да, копейка. Хотел натереть сердце 25-й год. Нет, не 24-й год. А вот так было похоже очень здорово, что это Николай. Ну ладно. Все, ребят. Наверное, закончу. Пойдем мы, наверное, ужинать. И на боковую. Пацаны хотят еще по полю побегать. Не знаю. Посмотрим, поживем, увидим. Кинг, спать пойдем? А? Спать пойдем? А, мальчик? Спать пойдем? Искать. Да и он скажет, пошел ты. Один мне сует, второй сует, бля, искать, да? Да, Кингуль? Ты мой мальчик, пойдем сейчас спать.